Відмовитися від м'яса, молока, яєць, морепродуктів та не виходити з дому. Кореспондентам-репортеру вдалося поспілкуватися з мешканкою Китаю. Христина проживає в місті Ічан. Воно розташоване за 340 кілометрів від осередку захворювання. Наразі у місті зафіксований один летальний випадок. Понад 100 громадян інфіковано. За словами Христини, місцева влада рекомендувала мешканцям менше контактувати з людьми і перейти на правильне харчування. Что нам говорят? И нам сказали минимально контактировать с окружающим миром, закрыться дома, что люди сделали так, как очень мало людей на улице, кто есть, те в масках, закрыться дома, питаться правильно, то есть исключить из своего рациона мясные продукты, морепродукты, молочные продукты и яйца, потому что по основной версии это все произошло от питания. Вакцина разрабатывается, когда она будет, неизвестно, но известно, что инкубационный период данного заболевания, данного вируса 12 дней. Если в течение этого времени обратиться в больницу, то возможно избежать последствий, даже вылечиться, так как есть 38 случаев выздоровления. Но сам парадокс в том, что симптомы появляются после завершения инкубационного периода, когда уже болезнь прижилась. На самом деле тяжело психологически это все воспринимать, когда город будто вымер, магазины закрыты, нигде ничто невозможно купить, все доставки не работают, нужно сидеть дома и надеяться на лучшее. Наразі Ічан, у якому проживає близько 4 мільйонів людей, ізольовано щонайменше до березня. Мозг отказывается воспринимать информацию о том, что люди с каждым днем умирают и с каждым днем больше заболевших, и ты можешь не выходить на улицу, и ты изолирован как минимум до марта. Вот, и город закрыт, и ты не можешь улететь в свою страну, когда ты иностранка. Я просто никому бы не пожелала, и будьте немножко тактичнее и не пишите о том, что это пиар-акция, потому что Китаю это не нужно, поверьте. Китай такая развивающаяся стремительная страна, что она бы не делала такой пиар-акции, да?